В Чувашии стартует всероссийская акция «Сад памяти». В ее рамках будут высажены деревья во всех районах и городах республики. Новые зеленые насаждения появятся как в городских парках, скверах, аллеях, так и на территории лесного фонда. Массовая посадка деревьев пройдет 24 апреля в Заволжье. Напомним, что акция проходит по инициативе Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» при поддержке Минприроды России и Рослесхоза. В 2020 году, несмотря на режим самоизоляции, она объединила свыше 300 тысяч людей из более чем 50 стран.